Это что такое? Вау! Всем привет, с вами Нубас и... Владос, и сегодня Нубас продолжает играть в Майнкрафт, и я продолжаю его учить. Ну что, давай, быстрее, что скажем, ребят? Сейчас вот смотрите. Сначала лайк поставим. Сначала поставим лайк, поставил, Купидон поставил. Там у нас, знаешь, лайк стоит, итого у нас 3 лайка. Остался лайк с тебя. Будет 4 лайка. А если еще кому-то скинешь, будет 5 лайк. А если еще кому-то, будет 6. Ну, считайте. Так и надо распространяться. Дальше, подписываемся на мой канал, на канал Купидона. Ставим колокольчик, нажимаем на колокольчик и пишем комментарий. И вы долго просили сделать овечку. Фу, конкурс. Она такая смотрит на нас. Такая, вы что, 2 дебила? Чё? Вы с ней вдвоем дебилы все-таки. Нет, если только да. Ты. Что вы спросите, что это за овечка-то, кто новенький, кто не понимает, о чем речь? Конкурс будет в конце видео. Видите этих свинок? Это результаты прошлого конкурса, которые были в прошлом видео. А вот это конкурс на кого будет? На овечек. Она же овечка. Ага. Ты что? Думай. Давай, Нумас, сделаем сегодня очередную троллинг-ловушку. Иди за... для этого надо? Иди за поршнями, иди за... Там криперок. Где? Вон там. Вот туда иди. Вот иди прямо. Вот туда, к дому иди. Оп! Видишь? Торчит. Все, ушел в закат. Да. Все, давай, бери поршни. Редстоун. Сейчас мы, ребят, все вам покажем, какую мы троллинг-ловушку хотим сделать. Есть. Поршни нет. Есть поршни. Что, 4 штуки? Нет, возьми еще обычные. Обычные еще возьми. Так, они у тебя вот там, вот здесь. Да, вот здесь. Вот здесь. Все, бери. Ну ладно, все, давай, пока на этом все. Идем на это. На полигон ловушек. Так, подожди, что такое? Не знаю, нафига ты их поставил сюда? Я хочу поиграть с вами в игру. Ты че, дурной, что ли? Нахрена ты их туда поставил? В смысле? Твой компьютер? Я тут в принципе не бываю. Блин. Ты дурак, я тут... Я точно за тебя не играю. Следуйте по табличкам. А кто за... В смысле, а кто тут играет? IP этого адреса больше никого нет. Я не знаю. Не, я честно говорю, я не заходил. Я сейчас не троллю даже тебя. Вот я даже ребятам ничего, никакие знаки не посылал, что я тебя троллю. Ты уже на месте. Ты уже на месте. Так. Предлагаю игру, на время ты должен сломать дерево за 1 минуту. Эй, кто это? Так. Ох, ты чё, малыш? Ты... Это ты, да? Как ты, школяр, это ты все выдумал? Ну-ка, иди сюда. Бить тебя надо. Давай. Бам-бам-бам-бам-бам. И ни разу не попал. Один попал, 2, 3. Держишь удар-то? Конечно, держу, я просто попасть не могу. Да, конечно. Первые 3 раза не удержал удар, а потом я спросил. Сломать дерево за 1 минуту. Ломать можно хоть чем, кроме креатива. Если ты не успеешь, весь мир взлетит на воздух. Я не верю. Подожди, стой. Да подожди, это реально не я ставил. У меня даже нет видоса, что я готовился к этой троллинг-ловушке, понимаешь? Блин, у меня тоже нет. Что написано там на той табличке, которая у дерева? Так это... Ломай его полностью, желаю. Желаю удачи. Ломай его полностью. Стой, а что вокруг дома-то есть? Ты бы хоть посмотрел? Так, с какого дома? Ой, дома, дерево этого. Так, в смысле, тут ничего больше нет. А вот это что за пещера? Это как это? Что это все странно? Что это такое? Ну, Бас, ты это сейчас сделал, типа, и меня троллишь, что ли? Каким образом? Пока ты в туалет бегал? Ну, конечно. А мало ли, кто тебя знает? У тебя же есть кирка, куда ты побежал-то? Так, в смысле, где есть? Вон, есть кирка. Так, я-то хочу зачарован, мне же надо быстро. Я хочу алмазную. У меня есть алмазная кирка? Не знаю, посмотри, что на меня спрашивает. Я не помню. Ты задолбал, я что ли играю? Как будто реально я тут все делаю, я тут играю. Я тебе тогда только троллинг-ловушку готовил, тогда... Она и прочность как раз. Так, стоп. Че, кто-то что-то сломал. Это овечка, наверное, землю съела. А, ну ладно. Я думал, уже тут кто-то пробирается. Что-то тут нечисто. Давай, следуй по табличке. Подожди, у нас здесь был факел? Да. Ладно. Ты на Басина хватит нубить! Да. Ребят, напишите в коммент, Нубас нуб или да. И напишите в коммент, что происходит. Да, я сейчас реально ничего не понимаю. Давай, Нубас, похавай. Так, у меня же где-то мясо было. Это сырое, это тоже сырое. О, вот стойк у меня есть. Ты чё? Чё? Ты что мне сказать, ты сразу не можешь? Я, конечно, я же заглядываю в твой инвентарь там, да? Который закрытый. Конечно. Давай попробуй ломать. Ты должен в принципе все помнить. Слушай, я бы вообще не ломал. Я бы ушел просто, знаешь, пускай оно стоит, дерево, нормальная табличка. Хороший совет. Пойдем. Вот у нас тут ловушки в принципе есть. Стоп. Видишь, это у нас парк ловушек. Ну. Она рядом с парком ловушек. Может, это тоже ловушка? Стоп, а здесь что внизу? Ну, по сути, это логично. Так правильно, я же размышляю. Нет, это ты это убери из этого. Опа! Пещера.
А, да, обычная пещера. Ну ладно, давай попробуем сломать. Я не знаю, что будет. Серьезно, я не троллю, ничего. Блин, а я серьезно. А, если это херобрин? Да нет, я в них уже не верю. Ну нет, тогда я тебя затроллил, а сейчас-то есть нереально. Ну блин, да их не существует, я знаю. А, так там еще и железо. Да, и в конце дерево. Ну ладно, давай. Минута примерно, вот я посмотрел, вот сейчас на часы смотрю. Все, давай, поехали. Давай. Че это? Че внизу? Это что такое? Как это произошло? Это что вообще за блок-то там был такой? Ты такой не знаешь? Нет. Вот это чужой смотрел прямо в глаза нам. И он нас взорвал. Это что было-то сейчас? Я не знаю, как это произошло. Ты сейчас что-нибудь понял? Нет. Я тоже. Че это было, ребят? Пожалуйста, напишите нам в коммент, что это сейчас было. Че, мне кажется, даже ловушку смысла не делать уже. Мы сами затроллены. Какая ловушка? Ну, бас, ты чё? Давай хотя бы железный блок вскопай. Погоди, а у тебя остались блоки? О! Всё! Ну, вот! Мы затроллили тебя. Неизвестно кто. Да, кем бы ты ни был, да, мы взяли твой алмазный блок. Знаешь, что я сейчас понял? Чё, понял? Ты видел там вот, это, ну, как сказать, пещера-то была. Ну. Вот тот, кто строил, он первый раз пролетел. И вот, мне кажется, я сам взорвал. А-а-а, вот оно чё. Так что ты сам свою троллил. Ну, бас, да. Иди вон, кто бы ты ни был. Мне кажется, что-то мне подсказывает, что это сделал Харди. Чё тебе подсказывает? Внутренний голос. Какой у тебя? Чё, голос какой-то есть в голове? Ну да, два. А чё, всего? Ну, по выходным 4. Всё, они просыпаются, да? Они только, как сказать, в будни они спят. Ну да. Нет, а чё, как тебе такой вариант, что это Харди зашел и сделал? Я не знаю. Так, блин, ну, в принципе... А, мог. Серьезно? Я сейчас это осознал. Я вот и думаю, ребят, пожалуйста, напишите в коммент, это реально Харди? Слушай, надо ему тогда какую-нибудь троллинку... Ну, если это он... У нас тут, в принципе, парк... Мы же все для него строим. А, он же потом придет. Вот, Харди, если это ты, мы если узнаем... Походу, он смотрел видосы. Мы тебе говорили. Лучше текай отсюда. Аж дождь пошел. Дождь пошел. Аж Зевс, бог дождя. Типа, сливайся ты отсюда по-быстрому. Просто капай отсюда, понял? Хорошо сказано. Можно туда зарядить. Заряжай. Нормально. В следующий раз, вот как мы заряжаем, ты будешь между ладов. Если ты еще насмотрел отсюда, то вот знай, что будет в следующий раз. Ну бас, ну все. Что с ним будем делать? Ну если это Харди, сейчас подождем, пока нам напишут подписчики. А если это не он, то кто еще может быть? На самом деле я вообще не знаю. У меня вариант только херобрин. Я в принципе тоже IP-адрес знаю этого сервера. И хочешь сказать, что... Так ты меня все-таки троллишь, что ли? Да нет, ты что, гонишь, что ли? Я бы тогда это... Че бы ты тогда это, а? Ну, в принципе, да, расклад... Все пошло против меня, я сейчас согласен, но это был не я. Давай, ну бас, пойдем, значит, поспим. Ну, может, и сделаем сразу конкурс. Короче, смотрите, ребят, результаты прошлого конкурса. Что надо было сделать? Надо было там выполнить все условия, которые мы скажем чуть попозже, для нового конкурса. Чу! Опять новый конкурс! Вот, смотрите, ребят, надо было, последнее условие было написать свой ник, который вы хотите видеть на свинке. И вот, мы выбрали 10 победителей, так, давай. Давай, по порядочку, значит. Это... Смотрите, Свинзила. Так, ПП, отойди, ты уже была. Подвиньте. Подожди, она что, выросла? Ну да, она же маленькая была, а сейчас выросла. Молодец. Вот, Свинзила, дальше. Лерусик. Дальше. Щербет. Артём. Артём, так. Где он был? Вот Артём. Нюша прошла. По нему сразу видно. Артём. Дурак такой стоит, вдупляет. Нюша. Так, Нюша. Пузырь. Мы думали пузырь, а потом пригляделись, там И. Да. Вот. Валюха. Нормальная свинья такая. Японский грузовик. Ну, я в принципе даже не знаю, это рандом. Да, мы выбрали комментарии рандомно, но только те, кто полностью выполнили условия. Прям 100%. Купи-купи. Купи-купи, да. Или купи-купи. Купи-купи. Ладно. Так, Джордж уже был. Джордж отодвигаемся, так, Щербет был. А что, все были, что ли? Артём был? Пузырь. А, вот, некий 228.
Самый загадочный свин сейчас прям здесь. Его надо было сделать, надо было ему что-нибудь как-то его обозначить. Ну, он и так обозначен. Ну, надо было... А можно сделать черное седло? Не. Ладно. Все, мы всех показали? Всех. Ну все, сейчас будет конкурс на овечек. И условия все те же самые. Кто их не знает, первое, досмотреть видео до конца. Второе, поставить этому видео лайк. Третье, подписаться на мой канал и на канал Купидона. И четвертое, написать свой ник, который вы хотите видеть на овечке в следующей серии. Вот. Но, ребят, первое условие надо выполнять очень тщательно, потому что вот сколько человек было... Кстати, был даже один комментарий. Я перемотал на 2 секунды. Да, а мы посмотрели реально на 2. Да. У нас все, мы это все проверяем на самом деле. Все работает. Че? Да ну басина. Ты что, все еще привыкнуть не можешь? Не могу. А я уже привык. Ну ты-то понятно. 40 какая серия-то уже? Первая. Вот. Так что, ребят, увидимся в следующем видео. Участвуйте в конкурсе, досматривайте видео до конца, чтобы в нем участвовать. Подожди, участвуйте в... Вот, участвуйте в нем. Вон там. Да. И все, значит, следующая серия выйдет уже совсем скоро, так что ждите, мы скоро вернемся. Пока. До свидания.